сегодня, наконец-то, после карантина в нашем классе, я иду в школу. Я опаздываю на первый урок. Четвертям 6 месяцев. Мне исполнилось 6 месяцев. Всем привет! Добро пожаловать во вторую серию дневника выпускницы. Насколько вы помните, в прошлой серии у нас в школе, вообще в нашем классе, начался карантин. Поэтому во время карантина я частенько посещала библиотеку и делала там уроки. Придя домой, я занималась немецким, делала различные дополнительные задания, потому что временно у меня нет учителя, но уже с понедельника я пойду на первый урок к другому учителю. В общем, завтра мне уже пора в школу. Завтра мне математика, английский, узбекский, информатика, ДПЮ и предприниматель. Тут я показываю конспект по истории, который я писала в библиотеке. Мне нужно было его отправить в электронный дневник. Все, я отправила историю и уже заполнила планер до конца месяца. Вот, я начала писать расписание уроков, чтобы записывать домашние задания. И когда какие у меня дополнительные. С понедельника у меня начинается немецкий с другим учителем, к сожалению. Вот. Завтра у меня первый урок математика. Тут я написала алгебра, а тут геометрия. Так, мне только что написала учительница, то, что завтра не будет ДПЮ и основы предпринимательства, значит, у нас будет 4 урока. А сейчас я должна сделать домашнее задание по узбекскому, и все. Silent angel, looking at me. Her eyes won't open no more. Heart that can see. В общем-то, вот я переписала правила в тетрадь. Оно получилось таким огромным. Сделала письменную часть, 2 упражнения. И распечатала перевод 2 текстов. Я не хотела их писать от руки, потому что это бы заняло очень много времени. Я тут села за немецкий. Брат моей подруги дал эти 2 сборника. Planet и Ausblick 1. Он тоже занимался немецким, но потом забросил. И он сказал, что книжки ему не нужны, но я... обещала вернуть. Сейчас на второй теме.
Тут из-за того, что слишком много аудирования, я пропустила многие задания, но все равно я завела вот такую вот отдельную тетрадку для немецкого. И тут пишу разные темы, сама что-то делаю, грамматические задания, повторяю. И так как у меня завтра математика, мне срочно ее нужно сделать, вон там она лежит, а немецким как бы нет смысла сейчас заниматься, я могу поделать его завтра. Поэтому вот это я сейчас перепишу и начну делать математику. Всем доброе утро. Сегодня 16 сентября, 6 утра. И сегодня, наконец-то, после карантина в нашем классе я иду в школу. Сейчас я иду на пробежку, чтобы... Ну, для меня пробежка как медитация. Поэтому я давно не занималась спортом, лежала дома, ленивая. Вот. Shallow waters rising fast, empty hollow field at last. Fleeting thoughts they fill my mind with grain, hope in love divine. Просто кофе и шоколад. Я опаздываю на первый урок алгебра. В 11 классе как-то уже в сторону становится на учебу. Раньше я переживала из-за того, что постоянно опаздываю. Вас мах сдует. Вас видео делает, да, ты? Вас мах сдует. Что такое? Ты сейчас делаешь? Информатика, я забыла читать. В этих кадрах можно увидеть, как я бегаю за документами, чтобы получить ID-карту, но поподробнее я расскажу уже чуть позже. Я знаю, что меня плохо видно, зато отлично видно мой прыщ. Я не хочу включать свет. Я сейчас вышла с урока по геометрии, мы решали задачи интересные из геометрии, из Канави. Я за сегодня очень сильно устала, потому что после школы мы бегали за документами, чтобы получить мне ID-карту. У меня вообще нет сил что-либо делать, но надо делать школьные уроки, нужно делать домашку по алгебре, позаниматься немецким, почитать и не сдохнуть. В общем, я решила один номер и сделала конспект на тему производная, геометрический, физический, ее смысл. Вот это была вся домашка, алгебра сделана. Информатику я сделала, нужно было дописать конспект, я его дописала. Сейчас я этот листок буду приклеивать в свою тетрадь. И самым главным заданием на следующий урок было составить 6 тестов. Учитель сказала, что выберет самые лучшие вопросы и будет ставить оценки, поэтому сейчас у меня на это нет времени и желания, мой мозг тоже не работает, поэтому сделаю это на следующий, ну, до следующего урока. Сейчас, как бы, конспект самый главный
почти самое главное дописано. Все. Также мне нужно сделать домашнее задание по узбекскому языку. Нужно на странице 12-13 сделать шестое задание, на странице 14-15 первое задание читать-переводить, заполнить словарь, заполнить тетрадь для правил, и страница 16 сделать второе задание письменно. Как видите, слишком много заданий. Сейчас уже буду делать. Часть абиотической среды, занимаемая биоценозом, называется биотоп. Получается, что биотоп – это дом, а биоценоз – его население. Биотоп – не просто пустое пространство, а участок воды или суши с определенным типом рельефа, климата. Привет, вы на канале Руслана Рахимова. Сегодня у нас уроки Америки. С нами Руслана Рахимова. Автор канала «Основа Артём». Злая училка. Злая училка. Я только права. Обязан. Я не должен. Ага, я только сроки. Мама, это надо не гордиться. Я наконец-то пришла с этих тупых документов. Честно, мне надоело. Я пыталась поменять свое отчество. Ну, типа, у нас в Узбекистане многие люди, когда у них рождается ребенок, отчество делают так, что, например, дочь Бориса, сын Ивана. Не Иванович и Ивановна, а вот так вот. У меня тоже так сделали. Потом мне сказали знакомые то, что если я хочу учиться за границей, то у меня должно быть советское отчество, то есть Овна, короче, конец. И я очень сильно переживала из-за этого. Я еще не получила паспорт. Мне недавно, ну, в июле исполнилось 6 месяцев. Мне исполнилось 6 месяцев. Мне исполнилось 16 лет, и я хотела вот как раз отчество поменять на советское, но сказали, что нужно мне кое-куда бегать, доказать, что я дочь своих родителей, с фотографиями, с печатью, что-то там такое, что я действительно учусь в 71-й школе. В итоге я спросила у ребят, которые поступали в этом году в студенколлег, спросила, типа, у меня такая ситуация, у меня такое отчество, мне сказали, нужно такое отчество, а потом мне сказали, что этого вообще не нужно, что мне делать, и сказали, либо поменяй отчество, либо не меняй. Для Германии это не имеет значения, вот. Поэтому я не стала менять свое отчество, я так и осталась, дочь. Угу. Это последние кадры из 18 сентября после школы. У нас было 4 урока. Я сразу пошла в библиотеку, чтобы сделать все уроки, так как... Спасибо, кошка, что кричишь, так как я не успевала делать их дома.